Особое мнение на 101FM. В эфире программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. Свое особое мнение высказывает общественный деятель, городской активист Виталий Брам. Виталий, добрый день. Добрый день. Сегодня в 10 часов утра региональная группа по тарифам при Общественной палате Кировской области устраивала пресс-конференцию. На пресс-конференции планировалось озвучить результаты деятельности региональной группы. Там должны были присутствовать члены Общественной палаты, большое количество СМИ ожидалось. Я там не была. Ты был? СМИ были, мы да. были. Да. Да. Опиши, были. Пожалуйста, ситуацию, кто там был, кто эту информацию выслушивал. Слушай, ну я увидел довольно большое количество СМИ города Кирова. Всем тема, конечно же, интересна. Вообще тема затрагивает абсолютно всех жителей города Кирова, потому что абсолютно все жители города Кирова платят по коммунальным платежкам. И многие из них не понимают, что вообще происходит на самом деле. Ну, откуда берутся цифры эти, что ждет их в будущем. Потому что, мы же понимаем, обсуждается многократно уже довольно давно. Там концессия, да, то есть какие-то новое такое слово в лексиконе у всех возникло. Мы еще поговорим да? сегодня. Да. Возникают там различные мусорные реформы, да, то есть опять-таки какие-то нововведения. И кроме ежегодных изменений. Кроме ежегодных, политики. Да. Кроме запланированных таких всех вещей, изменений, мы видим какие-то новые перестановки такие, да, то есть и, соответственно, к сожалению, они ведут к увеличению платы за коммунальные ресурсы. Вот это конечно, да, это многих людей напрягает, так скажем. Кроме СМИ, тревожит. Кто еще присутствовал? Слушай, ну там была такая отчетная пресс-конференция. Пресс-конференция, да. Угу. Да, как, то есть хорошо, именно по итогам. Кто марта. Представлял информацию для отчета? Были члены вот как раз-таки этой группы нашей, которую мы создали, я напомню, еще весной прошлого года, когда с Александром Александровичем Галицких обсуждали такую возможность. Мы с ним сидели, по-моему, вдвоем. И я говорю: Александр Александрович, давайте проведем какую-то проверку общественную. Вот мы провели довольно хорошую работу на теме дорог. Просмотрели все процессы, которые внутри происходят за довольно там, длительный период времени. Стало понятно, во-первых. Во-вторых, система начала потихоньку меняться. Это факт. То есть во многие взаимоотношения внутри там, субъектов стали меняться. Многие изменения фактически произошли. То есть в технической документации, в гарантийных сроках, в контроле, опять же, со стороны контрольных функций там, органов и так далее. Я говорю, давайте посмотрим, что происходит у нас с тарифом. Потому что тема важная, тема касается всех, и она абсолютно никому не понятна. Вот стали с ней там разбираться. Провели. На самом деле, я считаю, такой достаточно поверхностный, но в хорошем смысле этого слова. То есть нас там обладает там, теми ресурсами, возможностями, которые мы имеем. Но анализ мы провели. Предварительный такой. Нам стали там понятны многие вещи в взаимоотношениях, которые происходят в составляющих, там, в тарифах и так далее. Вообще намерения, которые дать дальнейшее. Что существенного сегодня было сказано касательно тарифной политики, которая в регионе ведется? Какие выводы были? Отличные? Слушайте, ну вот мы знаем самый главный момент, который меня лично тревожит, это то, что мы вообще там Кировская область и город Киров в лидерах по росту тарифов. Российской Федерации. Российской Федерации. То есть неоднократно вот, представление там в рейтингах федеральных, различные федеральные ресурсы, организации про это нам говорили в этом году. Соответственно, возникает вопрос, почему это все происходит. И ответа пока что вот такого точно дать нельзя. То есть вот почему? Опять же, есть власть, которая устанавливает тариф. Будь то РСТ, будь то губернатор, будь то правительство региона, будь то все остальные субъекты таких там взаимоотношений. Но почему так происходит, что кировчанам немножко не везет? Ну, тут большой вопрос, да. По итогам работы группы сформирован акт общественной проверки, он там на порядка 15 страницах, где описаны какие-то проблемные точки, которые мы видим. То, чем мы озабочены, так скажем, да, то есть, чем? В принципе. Чем мы озабочены? А вот хотелось бы привести вот такой конкретный факт, что у нас есть президент. Вот, я все время на него ссылаюсь довольно часто, но как бы почему бы и нет, да, ведь он у нас есть, и зачастую говорит довольно правильные, объективно правильные вещи, да, то есть, и у него есть требования по ограничению роста тарифов на услуги ЖКХ. То есть, чтобы рост был в объеме, не превышающем уровень инфляции в Кировской области. И в городе Кирове, соответственно, тоже. Мы считаем, что, естественно, это требование президента не выполняется. Потому что даже если посмотреть на предельные индексы роста тарифов,
А он для Кировской области установлен 5,5%. Да, мы в него вписываемся, Кировская область. Но о чем я неоднократно уже говорил, заострил внимание, город Киров почему-то получил рост тарифа на тепловую энергию в этом году, в 2018, на 7,39%. То есть это при предельнике 5,5%. Вот мы впоследствии перейдем к тому, куда двигаемся дальше, то есть что будет дальше. Да? Хотелось бы отдельно заострить внимание на этих там предельных индексах и вообще возможном росте тарифов. Это очень там важная составляющая, на мой взгляд. Причины роста тарифов на тепло в этом году выявлены? Потери. То есть, ну, однозначно ответа, то есть, который там звучал с там, властей и все прочее, естественно, мы понимаем, что включили в тариф в этом году все потери, которые происходят на сетях, на изношенных сетях. Опять же, стали... Вообще было интересно посмотреть... Откуда все это пришло? То есть у нас с 2005 года действует договор аренды городских тепловых сетей. Заключен с группой Power T+, так скажем, с одной из ее компаний. В данном случае, в данный момент, это АО КТК. Нас убеждают, что глубоко убыточное предприятие. Не первый год оно показывает убытки. И сейчас, опять же, в обсуждениях промелькивают, что именно с этой компанией мы собираемся заключать концессионное соглашение. Об этом вот, чуть попозже проговорим. Да? Соответственно, почему так происходит, и почему эти потери, почему такое количество, вообще, я бы сказал, взрывной темп увеличения аварийных ситуаций. Да? Понятно, что с одной стороны какой-то есть дефицитный бюджет. Почему он так формируется вот в данный момент? У нас основная часть там, тарифа, ну вообще там всех инвестиций, которые есть сейчас на данный момент времени, это все же заложено в тариф. Это порядка 240 миллионов рублей, если мне память не изменяет, заложено в тариф именно вот инвестиционной составляющей. То есть это модернизация, реконструкция, капитальный ремонт всех сетей. Да. Достаточно малое количество идет средств со стороны тех, кто арендует сети, ну и со стороны муниципального бюджета. Напомню, что арендная плата, которая практически не изменялась за этот весь период 13-летний. То есть мы знаем, что все ценники растут, там любые средняя сумма аренды, там даже недвижимость там коммерческая, она значительно изменилась в сторону увеличения. Почему-то это не коснулось сетей. И как бы нам не говорили то, что у нас там убыточное предприятие КТК, которым сложно и все прочее. Но я всегда говорю, давайте посмотрим на весь комплекс ваших предприятий. Вы используете сети для продажи ресурса, который вы вырабатываете. То есть эти сети вам, конечно же, необходимо, чтобы продать ресурс, чтобы получить прибыль на других своих предприятиях, да, то есть там, в Power T+, который входит в группу. Почему именно там заостряю внимание на тепловых сетях? Потому что мы проговорим, я думаю, и про мусор, и все прочее, но основная доля в коммунальном платеже занимает как раз-таки плата за коммунальный, за тепловой ресурс. Поэтому очень важен аспект. Тепло. Тепло. Арендная плата не изменялась. То есть, опять же, на наш взгляд, возможные механизмы привлечения бюджетных средств не задействованы. То есть это и федеральные субсидии. Кому-то они даются проще, легче. Есть там ряд регионов, которые пользуются этими, да, вещами. В том числе не только мы говорим про какую-то инфраструктуру там, коммунальную, да, то есть где-то строятся там стадионы, где-то строится что-то еще. Мы чем хуже, собственно говоря. Да? То есть, опять же, это наши представители там, нашего региона на уровне федеральном. То есть, региональная группа по тарифам заостряет на этом внимание, что необходимо привлечение, да, федеральных. Да, у нас средств в акте это отражено, и не только федеральный уровень, но и региональный уровень там субсидирования, я думаю, что не полностью исчерпан. То есть мы выявили, как бы проявили, вспомнили, что у нас ряд организаций пользуются льготой по налогу на имущество. В данном случае в этом вопросе те организации, которые осуществляют инвестиционную деятельность, в 2017 году сумма выпадающих доходов бюджета регионального составила порядка 295 миллионов рублей. В основном это группа компаний Power T+ пользуется этими льготами. Почему бы нам не лишить эти организации, этих льгот, то есть там бюджет, соответственно, получит эти доходы, которые он сможет уже направить окрашенно на модернизацию тепловых сетей. То есть порядка, ну, 200-250 миллионов рублей, в принципе, можно туда направить именно бюджетных средств. За счет перераспределения. Есть ответ? Пока еще нет, но вот ждем. Я сегодня предложил как раз-таки по общественной палате, потому что она обладает у нас правом законодательной инициативы, законотворчества. Да? То есть
еще в 2016 году появилась такая возможность. По-моему, как Дмитрий Курдюмов готовил законопроект, он, безусловно, молодец. Я думаю, что палата вполне может более активно этими инструментами пользоваться. Ну, посмотрим, что из этого получится. В 2015 году этот законопроект уже прошел. Депутаты законодательного собрания проголосовали своим большинством, но в то время было наложено вето на этот законопроект губернатором. В то время еще был Белых Никита Юрьевич. Впервые он воспользовался этим своим правом. Я думаю, даже после этого не было. Где Белых, мы видим. Да? То есть не хотелось бы, чтобы там были все остальные. Да, мы прервемся сейчас на полминуты. У нас в студии Виталий Брам, городской активист и общественный деятель. Мы с тарифами не закончили и очень подробно разберем, кроме того, вопрос концессии, как раз который касается тепловых сетей и за применение которой проголосовали депутаты городской думы на прошлой неделе. Особое мнение на 101 FM. Да, программа «Особое мнение» в эфире. У микрофона Светлана Занько. Свое особое мнение высказывает Виталий Брам. Итак, мы продолжаем про тарифы. И я думаю, что раз уж мы начали говорить за тепло и за тепловые сети, и была упомянута концессия, то здесь нужно копнуть глубже. На прошлом заседании городской думы, это было буквально вот неделю назад, депутаты поддержали решение о заключении концессионного соглашения между городом и некой организации. Эта организация будет определяться согласно там, всем действующим механизмам. В ближайшее время, насколько я знаю, в течение 3 недель после принятия такого решения заявки всеми заинтересованными лицами должны быть поданы. То есть к 21 числу мы должны понять, кто заявится на то, чтобы стать концессионером. Как ты относишься к вот этому решению депутатов городской думы? В связи со всеми проблемами, которые мы имеем с сетями и с какой-то безысходностью, которую мы видим за последнее время, ты сказал, что взрывоопасный механизм. В последнее время все больше и больше мы видим гейзеров, да, да, бьющих из-под земли. Ну, вот опять же, с чего хотелось начать? То есть, когда мы провели эту работу в рамках региональной группы по тарифам, да, по общественному контролю за их формированием, мы посмотрели на статистические данные, и мы увидели такой разрыв очень существенный в процентах, то, что доходы падают у населения, а обязательные платежи растут. То есть, если мы говорим про платежи обязательно, это порядка увеличения на 6% за 2 года. А доходы упали на 1,5-2%. Реальные доходы. Да, это по официальным данным. Опять же, мы понимаем, что среди вот общего там, котла цифр есть там группа населения особо незащищенная, которым на самом деле трудно. И даже среди этих групп есть там, ярко выраженные, которые пользуются в том числе и льготами, субсидиями со стороны там, бюджета. Мы понимаем, что это порядка 4 миллиардов рублей ежегодно там, бюджет тратит как раз-таки на соцподдержку именно в связи с коммунальными платежами. То есть, опять же, любое увеличение тарифов будет, соответственно, отразиться и на увеличении именно бюджетной поддержки. То есть, опять же, где у нас бюджет не резиновый, к сожалению, в этом плане. Поэтому достаточно там сложная история. И, конечно, в этой ситуации, когда, к сожалению, экономика выжимается, жить становится все труднее и бизнес-структурам, субъектам, и людям, в конечном счете, то есть цены растут. Да, мы в тяжелой ситуации экономической. В этой ситуации любое увеличение тарифов, особенно которые занимают самую существенную долю в коммунальных платежах, оно сказывается очень негативно. И, конечно, я заострил внимание, что формируется такая, ну, взрывная, что, не знаю, социальная напряженность. Вот там слово, которое везде там фигурирует во всех отчетах, тут на нем не обращают внимание. Это, безусловно, может стать такой там, ну, точкой, которая негативно будет там сказываться на рейтинге властей, на дальнейшие взаимоотношения, на какие-то протесты, может быть, которые будут когда-либо там могут быть, да, там выливаться в какие-то такие мероприятия. Конечно, это хотел бы избежать. Чтобы это избежать, нужно, чтобы было весь рост тарифов вписывался в какой-то в предельник с инфляцией. Если мы хотим увеличивать тарифы, давайте задействовать бюджетные источники. Если говорим про концессию, вот мы сказали про депутатов, я был на комиссии по ЖКХ, на Думу, к сожалению, не пошел, потому что, ну, смысла не было, то есть все уже обсудили на обсуждениях. К сожалению, вот то, что обсуждается уже более 3 лет,
слово там концессия звучит. Да больше обсуждается. В активной фазе именно там 3 года, именно переход в эту сторону взаимоотношений. А, на мой взгляд, депутатам не был раскрыт вообще, что будет. Потому что, безусловно, да, дали лишь потенциальную возможность осуществления таких взаимоотношений. Там, переход на концессионное отношение, на концессию. Чтобы отдать эти там тепловые сети какой-то там субъекту, который будет вкладываться более активно и все прочее. Но никакой тарифной модели, никакого там предложения договора с приложениями, его не было. Да, я понимаю, что с одной стороны депутаты голосовали лишь за потенциальную возможность, но на всех этих обсуждениях был конкретный представитель по ОТ+. Его руководитель Сергей Берестев. Он, в том числе, там рассказывал, как все плохо. А вот что будет дальше, ну, было сказано довольно коротко. То есть на 35 лет, через 35 лет наступит коммунизм, как меня его называют. Вот все хорошо. Вот так давно к нему идем, вот мы к нему придем через 35 лет. Каким путем? Вот в чем вопрос, да. Я считаю, что депутаты, конечно же, купили кота в мешке, потому что по факту они исключили себя из дальнейших взаимоотношений. Ну, мы понимаем, что есть... Можно сказать, что один субъект, кто пойдет в такие взаимоотношения, настолько там крупный, который может взять такой большой объем. Что важно знать о концессии, вот если бы нам ее презентовали так, как ты считаешь нужным? Нужно ли знать сроки, деньги, что и в какие сроки это даст городу, конкретным людям, да, итог вообще, куда мы должны прийти, не через 35 лет, а 3, 5, 10, завтра? Конечно, должны быть там четкие модели, которые... всем этим сроком нам покажут, что будет происходить. И самое главное, из каких источников финансовых будут браться средства. Потому что пока что вот то, что я вижу, к сожалению, я вижу, что деньги-то хотят взять у населения в связи с увеличением тарифа. Концессионная модель взаимоотношений, к сожалению, или к радости, ну, для кого-то к радости, для кого-то к сожалению, позволяет увеличить тариф сверх вот этот предельный индекс. Даже если мы... Согласно законодательству, да, это законный механизм. Даже если мы будем рассматривать те предельники, которые есть сейчас, там 5,5, даже сейчас есть возможность прибавить к этим 5,5 еще там 2,5. Как и случилось у нас. Не случилось. Ну, нет, вот в данный момент... Ты же сказал, что 7,39. Вот здесь как раз-таки в нюансах кроется дьявол. У нас сейчас по всей области, по Кировской, 5,5. Но за счет того, что в области, там, в районах 4 примерно, а в Кирове 7,39. А если будет 8% общепредельных, то мы можем получить в Кирове 10-12. Ага. Вот тут сложность. Но средняя температура по больнице будет в рамках закона. Будет в рамках предельника, там, предельный индекс. Но даже сверхпредельника будет возможность установить. То есть, ну, такая возможность дается. Но, опять же, даже в рамках предельного индекса, если мы будем смотреть эту там вилку в 2,5% прибавкой к этому предельному, которая там дается федеральным законодательством как возможность, мы сможем получить там в городе достаточно существенное увеличение тарифа. Как ты считаешь, вот этим голосованием за принятие концессионного соглашения, да, вот этой всей истории, депутаты уже поставили точку, концессия точно будет? Ну, про это нам говорят депутаты. Своим решением. Про это нам говорит губернатор, глава администрации Леонид Вячеславович Шульгин. То, что да, такая модель выбрана. Да, такая модель обсуждается часто на федеральном уровне, на региональном уровне уже очень давно обсуждается. Кое-где реализовано. Ижевск, там один из последних примеров. Ну, там увеличение было из концессии на 7%. Мы имеем 7,39 без концессии. Вот когда в том числе происходило там летом увеличение в июле на 7,39, мы говорили, ребята, давайте дождемся, когда мы подойдем к концессии и увеличим уже, ну, вполне возможно на 7,39. Но если мы сейчас на 7,39 увеличили, мы подпишем концессию, мы еще больше сможем увеличить. То есть твой прогноз в связи с концессионным соглашением и в связи с теплопотерями, которые никуда не ушли, а только будут нарастать, пока еще концессия нам переоборудует все теплосети, мы ожидаем в следующем году рост тарифа в Кирове на 10-12%. Ну, это мое предположение, но, скорее всего, оно будет примерно таким. Вообще концессия, что, ну, то есть вот эта модель, она может быть вполне эффективной. Это же мы имеем, в принципе, на мой взгляд, довольно неплохой срок в 35 лет. Но что это значит? То есть когда она планировалась, обсуждалась вообще эти все модели изначально там 5 лет назад, да, то есть на федеральном уровне, то такая модель вложения и инвестиций в долгосрочной перспективе,
Когда есть какой-то бизнес-субъект, у которого есть возможности финансовые, экономические, вложить деньги. У него минимальные риски, у него все гарантии возврата средств есть, но в долгосрочной перспективе. То есть здесь, по идее, концессионер должен ударными темпами в первый там, период там, 2, 3, 5, 6 лет вложить довольно большие средства. Собственные средства. А потом их возвращать. Чтобы размазать там, рост тарифа там, в виде нагрузки на население на весь период. И более того, мы сейчас говорим про возможность участия федеральных средств. Вот, я думаю, что на этом нужно заострить внимание, потому что ну, можно долго строить космодромы, стадионы, что угодно еще, но именно инфраструктура там коммунальная, это приоритетный характер. Как живут люди? Как живут говорили вообще ли на жизнь? Заседании, на отчете региональной группы по тарифам о тарифах на мусор? Тарифы на мусор мы, смотрите, то есть мы не удалось их затронуть именно в связи с изменениями, которые нас ждут с 1 января. Он еще не определен. Да? Да, потому что сейчас происходит взаимоотношение между региональным оператором, это АО Куприт, и его там операторами, там, кто занимается перевозкой, захоронением, утилизацией и так далее. Поэтому в РСТ в ту же, да, то есть еще не представлены были там цифры. Тянут до последнего. Да, тянут до последнего. До последнего. Но мы понимаем, что будет значительная увеличена нагрузка, в том числе и в этой составляющей на население. То, что обсуждалось, вот уже там долго муссируется, там цифры какие-то, там 120-150 рублей на каждого прописанного человека. Возможно, кстати, будет, да, возможно, будет с квадратного метра там плата взиматься, как сейчас. Но опять же, сейчас люди платят по строке содержание и ремонт. И вот эта плата за взаимоотношения с мусором, она вшита туда. Там она раскроет себя в новой платежечке, и люди увидят и ахнут, с чего это вдруг как бы... Потому что для человека, в принципе, ничего не изменится. Мусор вывозился... В новой платежечке вместе с электроэнергией придет она. Конечно. Угу. И тут уж никуда совсем не денешься. Вместе и... со всем, да. Не может заплатишь быть, за мусор, да, отключит электроэнергию. Ну, скорее всего, такая модель будет, да. Вопрос, опять же, к тому, вообще, что происходит в мусорной всей эпопее нашей, да, то есть вот круглые столы большие проходили, помнишь, да, Свет? Два. Да, там всякие, что не так, приезжали прекрасные люди из федерации. Но главный вопрос, а где переработка, собственно, что где изменится? Инфраструктура, где опять инфраструктура, и за чей счет она будет построена? Вот опять, вот уже мы подходим к этой там новой модели. По области, если брать область, то многие объекты, в принципе, не готовы. Формально, может, там где-то что-то подшаманят, чтобы это да, было. Но многие объекты, которые даже изначально там, год назад планировалось построить, может, какие-то там полигоны по области, они не построены. Соответственно, увеличивается плечо там, перевозки, соответственно, за это заплатят люди. Ну, это большая проблема. В Кирове точно так же, ну да, есть полигон в Осинцах, который, наверное, будет введен скоро, да, то есть в каком-то ближайшем будущем, заработает и так далее. Но захоронение, где переработка, где вложение? То есть я смотрю на Куприт. Вот там больше 60% принадлежит... Это региональный оператор, да, теперь. Принадлежит ЭМО «Город Киров». Ну, стал задумываться, а может быть, не совсем эффективно там держать у себя. Зачем? Оставить там городу процентов 5 для контроля какого-то, да, то есть, чтобы был доступ к какой-то оперативным там действиям, которые вот там происходят внутри, да, а может быть продать эту долю, но снова тому... в те же руки, которые владеют 40% оставшимися? А здесь нужно смотреть, то есть... А мы знаем эти руки прекрасно. Мы знаем эти руки, да. Но есть же и другие, наверное, руки, да, то есть просто с ними, видимо, нет такого диалога, да. Но я вот слышал, что есть там предложение от инвестора, который, в принципе, готовы вложить какую-то сумму довольно существенно в инфраструктуру, с длинным там, сроком возврата инвестиций и построить инфраструктуру вплоть до мусоропереработки. Что людям бы дало строительство мусоросортировки и мусоропереработки не в перспективе 5-10 лет за федеральные деньги, а вот, как ты говоришь, с участием частного капитала? Ну, во-первых, в любом случае возврат инвестиций есть. Просто вопрос-то в том, насколько эта сумма будет там, переложена на население, в какой период времени, да? Первое. Ну, второе, естественно, привлечение федеральных субсидий. Вот
где эти деньги, где эти большие деньги, которые аккумулирует федерация. Вот мы пока их не видим. Ну, ты думаешь, это реальная схема, даже в случае продажи какой-то части доли в Куприте муниципалитетом частному лицу, что зайдет другое частное лицо, а не то самое, которое сейчас обладает 40%? Вопрос взаимоотношений, вопрос договоренности и вообще условий продажи, наверное, да, то есть можно же там выставить какие-то условия продажи. Ну, то есть что будут покупать? То есть нужно, чтобы тот инвестор вот, за эти 6% он вкладывался в инфраструктуру. Это важно. Прервемся на 1,5 минуты. У нас реклама. Напоминаю, это «Особое мнение» Виталия Абрама. «Особое мнение» на 101 FM. Программа «Особое мнение» сегодня, я вижу, практически целиком посвящена вопросу о тарифах. Действительно, очень сильно, очень насущный и животрепещущий вопрос, потому что я с тобой здесь совершенно согласна. В ситуации ужимающейся экономики, как ты сказал, да, снижение реальных доходов населения, рост тарифов — это большая проблема для людей. А у нас две большие программы. Это вот концессия, о которой мы заговорили, и тепло, и мусор, о котором мы тоже начали говорить. И сейчас пару минут еще ему посвятим. Мы стали говорить о том, что, насколько я тебя поняла, что необходимо вместе с введением новой системы там, перевозки захоронения, отходов. Мы говорим о том, что у нас единый оператор теперь по области — это Куприт, где 40% частного капитала, а 60% муниципального. Необходимо строить мусоросортировку и мусоропереработку, привлекая федеральные субсидии и одновременно используя частный капитал. Что это даст для каждого конкретного человека? Ведь судя по тому, что ты говоришь о концессии в тепле, вот такие вложения, инвестиции увеличивают тариф. Если будут строиться, будет окей, там, например, действительно чиновники пойдут на то, что будут привлекать частный капитал, будут строить, будут брать субсидии, которые тоже нужно возвращать, там ведь, да, тоже нужно расплачиваться, я так понимаю. Будут строить мусоропереработку и мусоросортировку. Не увеличит ли это в итоге и так огромный тариф, который сейчас возникнет? Суть-то в том, Свет, что если какой-то там субъект вкладывается, он создает какие-то объекты инфраструктуры. В данном случае там полигоны мусорные, заводы переработки, допустим, да, сортировки и все прочее. Да, закупает технику для перевозки и так далее. Вот он вкладывается, и он рассчитывает в длинную, в долгосрочную перспективу срок там возврата. Ему утверждают тариф РСТ и так далее. Вот такая модель-то, она нормальная. Но когда мы говорим, что мы сейчас саккумулируем с граждан какие-то там средства в тарифе уже, а потом и на них мы возведем все это прекрасное через хозяйство. Через 5-10 лет. Ну, как бы немножко странно звучит. Поэтому, ну, безусловно, бизнес там должен участвовать. То есть это достаточно вообще эффективно, когда бизнес что-либо делает. Да, а что насчет монополизма? У нас в данном случае монополистичная схема очень. Мне вот она очень не нравится. То есть я уже там говорил, и мы обсуждали там и в том числе с участниками всех этих процессов, да, и с депутатами, там, с Михаилом Шихановым, нашим замечательным депутатом, да, который входит в ЖКХ-комиссию. Я имею, в принципе, непосредственное отношение к этой отрасли. Да? Не секрет, конечно. Не секрет никого. Хотя вроде как вышел, он говорит, это все. Ну, да. Но будем думать, что имел, по крайней мере, да, отношение. Вот. Мне кажется, что вообще, ну, монополия вот такая, она ни к чему хорошему для потребителя не ведет нигде. Ни в области экономики, ни в области политики. Ну, то есть, потому что есть монополия, всегда есть вот пространство для этого маневра, оно такое широкое. То есть ты что хочешь, то и делаешь. Какие решения тебе выгодны и важны, ты и продавливаешь, у тебя большой вес, большая сила. Других каких-то альтернативных вариантов никогда не предлагается. Ну, так и здесь. Поэтому, ну, для меня, как бы, я, ну, в данной системе, потому что мы говорим, с одной стороны, там, развитие конкурентной среды, президент указы издает, правительство Российской Федерации тоже это подкрепляет постановлениями, с ними всем прочим, законы действуют и так далее. Но на деле мы приходим в какую-то сторону монополии вообще везде, вот в этом же мусоре. То есть, если раньше есть жители, которые живут на квартирном доме, они делегируют свои там обязанности, обязательства управляющей компании, да? Она уже там выбирает какой-то подрядчика, кто будет, допустим, перевозить мусор, кто будет его там... И они между собой конкурируют, между собой предлагают разные цены. Конкурируют и так далее. Да, то есть сейчас нет конкуренции? Сейчас нет. И сейчас-то нет, в принципе, потому что там перевозка там 80% там, САХ. Группа САХ. Угу. КДУ-3, да, у них там, по-моему.
одна из организаций. Все связаны между собой. Да, но как бы дальше мы приходим к тому, что мы еще больше усиливаем эту монополию. Да, она какая-то вот вроде там на 60% принадлежит муниципалитету. Ну и что с того? Ну, хорошо. Ну только не САХ и не КДУ принадлежит. Ну да, кто в реальности оказывает услуги? Это частный бизнес. У них, в принципе, своя такая монополия. Она с ограниченным количеством лиц, которые, собственно, она и диктуют. Она увеличивается. Да. Ну, вот, на мой взгляд, было бы более правильным, чтобы люди, там, управляющие компании, те, кто перевозит, куда перевозит, могли конкурировать и на базе того, кто предложит наиболее эффективное решение, может, с более там, низкой ценой, с лучшими условиями, те и будут побеждать. У нас эта среда не сформировалась, мы, видимо, от нее отказались. К следующему вопросу перейдем. У нас остается буквально 6 минут. На прошлой неделе группой товарищей, в числе которых ты, была подана жалоба в УФАС, и жалоба касалась вопроса о квотах по содержанию дорог. Ну, вообще, да. По лотам на зимнее содержание дорог. На что жаловались? По контрактам. Традиционно мы отстаиваем все-таки позицию, что должна быть формироваться здравая конкуренция. Она не может быть сформирована при тех условиях, когда у нас выставляется один лот на стоимостью 830 миллионов рублей на 2 года. Это зимнее и летнее содержание уличной дорожной сети города Кирова. Ну, не может. Объективно будет один какой-то субъект, который зайдет на этот конкурс, затем большую часть работы даст на субподряд. Такая система у нас действовала до 2017 года. Это не раз акцентировал внимание контрольная счетная палата. Это была компания ГДМС, Горнострой, которая отдавала более 70% этих работ на субподряд. В 2017 году с приходом новой власти, нового правительства, которое также про это говорили, вот выездные были проверки, мы также писали жалобу УФАС, и в итоге эта сумма была разбита на 7 отдельных лотов. Нам утверждают, что такая система неэффективна. Ну, она не приводит к увеличению, там, улучшению качества оказания услуг. Да, потому что за год годовой контракт с мелкими лотами не позволяет подрядчикам покупать достаточное количество техники, расширять свой штат для того, чтобы эффективно убирать улицы. Но, опять же, вот мы понимаем, что большая часть работ будет отдана в любом случае на субподряд, потому что мощности ни одного предприятия, кто находится в городе, не позволят захватить весь город раз. Те субъекты, кто более маленькие, такие, скажем, да, то есть у них вообще, наверное, не будет возможности развиваться. Да, то есть какие, даже если возьмут там субподряд, какая там вот маржинальность уже, она и так низкая. Это контракты с низкой достаточно маржинальностью. Но в то же время, если нам говорят, вот мы когда были в УФАСе на заседании на прошлой неделе, кстати, там сегодня в 4 часа будет оглашение вердикта в 2 часа. На вашу жалобу, да? Да, на нашу. И еще, кстати, там мы узнали, что, пожалуйста, там 2 или 3 организации там параллельно, да, то есть... То есть, а как они будут развиваться? То есть, ну, вот как бы условно ГДМС, который, предположим, там заявится, ну, оказывать услуги там где-нибудь дорожничек. Почему бы не разбить? Вот ты знаешь, мне наплевать, как они будут развиваться, но мне не наплевать, как будут чиститься улицы. Улицы у нас чистятся плохо. Ну да, ну то есть еще раз говорю, для сравнения, мы по такой модели жили там до 2017 года. Плохо чистились улицы? Из 17 по 18. Тоже плохо. Что? На что мы жалуемся? И так плохо, и сяк плохо. Кто эффективный механизм предложит? Но, еще раз хочется сказать, что когда есть четкие границы ответственности, вот они определены изначально, плохо чистят, потому что, дефицитный бюджет, о чем мы говорим, слушайте, ну, да, сумма 830 сейчас там выскочила одной циферкой, да, то есть, ну, это 2 года. То есть на год будет такая же сумма в 400, порядка, там, примерно 400 миллионов рублей, да, то есть, да, нужно увеличивать бюджет. Раз. Второе — контроль. Вот если контроля нет, то о каком качестве мы можем говорить? Я тебе хочу, знаешь, вот что нам... сказать по поводу денег. Вот почему-то владельцы этих предприятий, что мусорных, что чистящих, они вообще один не кашляют. Человек, да? Они вообще не кашляют, живут прекрасно. Денег им не только хватает, а очень, более чем хватает. А с другой стороны, когда ты выглядываешь ночью на улицу и думаешь, почему у тебя уборщик улицы, вот эта машинка, тарахтит уже 3 часа под окном, а потом выходишь к ней и видишь, что просто спит водитель, то я понимаю, что не в деньгах счастье. Поэтому мы говорим, что нужно внедрение элементов контроля. Нужно его усилять, улучшать. В том числе за счет 21 век. GPS-ом
можно все оборудовать. Можно сначала не деньги все-таки вливать, а проконтролировать. В этом контракте как раз таки вот эти там, возможности, там, механизмы информационных систем, то есть этих там датчиков использования, они прописаны. Мы про это говорили, нас услышали, спасибо. Но, опять же, вопрос контроля. Если мы четко не понимаем, вот я был на полигонах снежных зимой, я видел, что там есть представитель подрядчика, который считает эти машинки, записывает какой-то в табель полусонный. Я видел, да, было довольно там много машин, но сколько их в реальности, и сколько они в реальности пишут в своих отчетах, потому что если нам говорят, вот на Уфасе там были администрация города и говорила нам, очень плохо убирают, я говорю, факт, где? Вот ваш акт, ваше заключение, оценки, бальная система оценок есть, 4,8, 4,9 из 5 возможных, то есть, так вы... Очень плохо и убирают. И многократно они жалуются, вот там есть это там компания... Это при перескокове классно было, ругали-ругали, потом все пятерки да, выставили. Вот, там есть компания какая-то маленькая, она очень плохо работает. Я говорю, факт. Ставьте кол, не платите ей ничего, конечно, вносите в реестр недобросовестных там подрядчиков, разыгрывайте побыстро какой-то период, вводите режим ЧС, отдавайте ГДМС своему, мы должны, а потом по новой да, выводить. Мы должны завершать, но здесь очень хорошо вот перекликается вот факты, которые ты сейчас приводишь, с вопросом слушателя. Сергей Владимирович пишет тебе на сайте нашем в разделе «Анонсы». Задает следующий вопрос. Достаточно долго читая публикации, он говорит, вашего собеседника, он, видимо, ко мне обращается, на 80% пишет разумно и логично. Есть ли у Виталия Абрама диалог с Гордумой и администрацией города? Если есть, то какие решения воплотились в жизнь? Если диалога нет, то не кажется ли вам, что в ближайшие 2 года при таком наплевательском отношении к жителям города со стороны главы и губернатора мы получим абсолютно гарантированный социальный взрыв? При условии, когда все элементы системы будут работать качественно, взрыва можно избежать. Есть у тебя диалог или нет диалога с губернатором и главами города? И есть ли реализованные какие-то проекты? Смотрите, он был. Губернатор, когда, точнее, временно исполняющий обязанности, вступил в нашу рабочую группу по контролю за ремонтом и за содержанием дорог. Безусловно, мы... Все выводы последовательно, они следуют из года в год. То есть 3 года там деятельности этой рабочей группы. 30 секунд остается. Да, последовательно. Был диалог. Был необходим всем сторонам. Сейчас есть какая-то сложность. Так, давай я потому что скажу, расходятся у них мнения. Наплевательское отношение к вам, Виталий Брам, и к вашим инициативам, нет, и к вашим данным? Не наплевательское. Не, но оно расходится с мнением. И я считаю, что это нормально, как раз таки, когда есть два противоборствующих мнения, да, то есть, то в итоге там диалога, дискуссий, предложений, да, может сформироваться более какая-то эффективная на выходе модель поведения. Наши главные люди в регионе и в городе, они вообще обращают внимание на то, что люди говорят и пишут? Вот люди уже чувствуют, что социальный взрыв абсолютно гарантированно приближается. Ну, конечно, когда люди выходят во двор и видят кучу мусора, которой раньше не было, то, конечно, они думают, что они там делают. Ну, наплевательское у них или не наплевательское отношение? А тут двоякое впечатление. Вот у меня диссонанс. Говорят одно, делают другое? Непонятно, да. В чем-то да, но в чем-то и нет. Есть же плюсы. Объективно есть. То есть там, стало городская администрация задуматься о каких-то более там, глобальных улучшениях. Там. На этом же там, урбанфоруме мы были. В общем, ты не теряешь надежды. Но, и работать продолжишь. Ну, конечно, но там, опять же, у всех людей, опять же, они же видят, что вот реальных изменений пока вот уже нет. Уже год прошел больше. Да, то так. Есть. Но что будет дальше? Ну, я думаю, что дальше будет лучшее взаимодействие. Опять же, от людей все зависит. Вот люди, вы должны что-то сделать, подняться с дивана. Виталий Брам, не просто общественный деятель, городской активист. Это было его особое мнение. Спасибо тебе, что пришел. Программу вела Светлана Занько. До свидания. Будет хорошо. Особое мнение на 101 FM.